Итак, всем привет, с вами я, Инксер, и сегодня мы снова поиграем в Blockraft 3D симулятор, и я вам сегодня решил показать это, как построить небоскреб. Итак, вы готовы на счет 3? Раз, два, три. Вот он. Но это я его еще не особо, но я решил то, что он оттуда закончится. Вот тут вот такой, ой, извините, забыл встать. Вот вот такие вот окна, вход, вот так везде. Опорочный такой вон там, тут только стекло, тут такие вот только опоры. Вот он так выглядит. Конечно, мало места, надо было чуть побольше строить. Тут такие здесь маленькие окна, вот такая опора, вот так входим. Вот здесь довольно мало места, чтобы там строить какой-нибудь отель, но вы можете побольше построить. Вот у меня тут, не знаю, просто так построю. Вот эти еще лестницы... как эти ручки-то называются, которые держатся. Вот, поднимаемся. Вот они тут все одинаковые этажи. Так же выглядят, кроме последнего, предпоследнего. Вот мы еще поднимаемся. Еще. Еще, еще. Так, когда там уже этот этаж-то будет? Эти уже... не очень все хорошо видно. Довольно высоко поднялись. Давайте еще выше. А, да, вот он, предпоследний этаж. Вот тут как бы больше места, и по-другому это выглядит. А на самый последний этаж здесь вот такая лестница. И он чуть побольше. Вот. Повыше там крыша. Я пока ничего не построил. Вот, думаю, там антенны. И еще хочу... вот здесь это пристрою. Сейчас я вам его покажу. Давайте вот крышу вот, вот так вот. Она выглядит. Еще также я хотел бы вот здесь вот такой сделать это туннель, из которого будет приходить другой небоскреб или какое-нибудь здание. Такие вы, наверное, видели, и они есть. А вот сейчас вы увидите, из каких же блоков его можно построить. И это вы все увидите в перемотке. Итак, продолжаем. А вот с каких блоков он строится. Вот из этого синего кирпича и стекла. Он строится сам. После этого лестница строится из вот такого вот каменного блока. Ну, также декоративно будет такой синий забор и декоративные там всякие кровати, подушки и так далее. Но вы уже сами знаете. Вот, пишите в комментариях, что мне еще с этим сделать. Также, какие улучшения сделать в магазине Магнита. То я пока еще не придумал. Ну вот я вам показал обзор, как построить небоскреб и из каких блоков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на канал моих друзей. Всем до свидания, всем пока.